хорошая параллель. С точки зрения результативности Милана. Чалов! 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 4-0! Федор Чалов забивает. Какое-то подобие атаки у Белинова. Получается вынос мяча. Удар! И все, игра сделана. 2-0. Чалов первым же касанием забивает гол. И здесь кто-то... ЦСКА выходит вперед. Уже в компенсированное время. Разбегается Федор Чалов. Удар 1-0. ЦСКА выходит вперед. А Федор Чалов... Марио Фернандес. Поток касания на Фернандеса. Отличная передача. Это опасно. Фернандес поднимает голову. Прострел низом. 0-2. И принимает поздравления Федор Чалов, которого не успел заменить Виктор Гончаренко. Действительно незаменимый. А вот какой прессинг ЦСКА. Отлично. Отбор теряет мяч Маркизио. Ахметов. Чалов 1-0. Привет большой Клаудио Маркизио. 1-0. Федор Чалов. Лучший бомбардир российской премьер-лиги. Ну как раскатали молодежь. Сколько в сезон. И
Перевод начала. Внимание, выход 1-1. И гол! Он все-таки это сделал. 10-й гол лучшего бомбардира российской премьер-лиги. Федор Чаков. Сибурсона. Абряков. Ушел от Тиля. Абряков. Класс. Ой, как здорово. Как здорово. Как здорово. Уже было видно сразу, что будет гол. Какой пас сделал сейчас Абряков. Ну и как выиграл свою позицию. Что в таких ситуациях как раз видно, кто владеет мячом штрафной. Атакующие футболисты по своей природе или обороняющиеся. Чалов. Пошел штрафной мяч. Под небо. Удар. И это гол. 1-1. На 40-й минуте ЦСКА сравнивает счет. 12-й мяч. Федора Чалов бьет и пробивает Евгения Городова. 1-0. ЦСКА Ахмат на 65-й минуте. Армейцы выходят таки вперед. На своем фланге. Вот здесь Фернандо здорово играет вперед. Якоби Йол. Уже в штрафной площади. Прострел, удар и гол! 1-0 на исходе. 4-й минуты матча ЦСКА. 30 минут до начала матча. Спрашивают сегодня комментарий. Говорит, нет бомбардир. Но бомбардир Чалов. И вот он. Защита! Вижу в сторону центра поля. Второй помощник в премьер-лиге прошлого сезона. Одинок поискал. ЦСКА 1, Локомотив 0. Вар! И открывает справа Марио Фернандес. Легко обыграл Двиташвили. Фернандес. Вот он, ожога Бонита. Удар по воротам и гол! Федор Чалов! 1-0. ЦСКА впереди. Какой же классный гол! Ох, какой момент и мяч в ворота! Просто шикарный супер! Поехал чуть нога, Влашич легко обыграл Олсена. Передача на Чалова, Чалов с мячом. Чалов смещается в середину. Удар! Какой гол! Вот это удар Чалова! Открыт Марио Фернандес, но пока завязывает игру в центре. Ответная передача. Вот, пожалуйста. Было предчувствие, что еще не все. Федор Чалов прервал молчание. Федор Чалов. Возникает здорово. Обляков. Вот Влашич. И момент для гола. 1-0. Федор Чалов. Полную передачу на Влашича. Тот, потеряв мяч, тут же отбирает обратно на Чалова. И мяч у ворота. 10% публики, а Кузьмин потрясающе помогает. И удар, и гол! Удар, и гол! Удар, гол! 1-0! ЦСКА выходит вперед. Играют минимальные преимущества. ЦСКА атакует. И вот сейчас Чалов. Чалов! 2-0! Федор Чалов. Ему очень нужны забитые мячи. Единый результат, да еще и поражение. Так, Чалов... Чалов, ничего себе! Какой гол Федора Чалова! Федор Чалов, да-да-да, сумел он реабилитироваться. Такое касание Никизяна, и забивать можно здесь. Чалов 2-0! Нюра, это был Жуки, подача счетом. И 3-0! Федор Чалов оформляет хет-трик. Оформляет хет-трик Федор Чалов, улыбается Василий Березуцкий, улыбается. Свое дело. Подача в штрафную. Опасный момент. Чалов 1-1. Федор Чалов, 71-я минута. Сказинского и Джуки мяч перехватывает. 3-3. Атака. Рондо. И Рондо не забивает. Хотя шанс еще есть. Чалов забивает. 2-1. Партнеров против троих. Ростовчан и Джуки делает передачу под удар. И это гол. Это очень классный гол. Очень долго готовил этот удар Федор Чалов. Витя Митрович дальше на Ахметова. Надо обыгрывать переступы Ахметова. Передача на Чалова. Удары 2-2! 2-2! Айда Федя! Айда Ахметов! Айда Митрович! Айда Цейс! Загоев. Отличный пас на Федора Чалова. И 2-1. ЦСКА выходит вперед. Все делает Алан Загоев, как настоящий гроссмейстер. Еще нужно было забить, но как же он культурно покатил